Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Ролиплей. Но это будет необычное видео, это будет такое интересное разговорное видео насчет глобального обновления, которое будет скоро на Родина РП. Но я играю на странном округе, можете вводить мой ник при регистрации. Если вводите мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также можете вводить, получается, мой промокод, его нужно вводить на 6 уровне, все есть в описании. Итак, пацаны, как вы знаете, недавно вышло новогоднее обновление, можно сказать, 31 числа. И в этом видео еще показали, получается, анонс глобального обновления. Показали немножко того, что будет в глобальном обновлении. И сегодня я вместе с вами это все посмотрю и выскажу свое мнение. Я надеюсь, вам это видео понравится, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, вот получается это видео. Я буду смотреть на канале Arizona Gaming. Если что, можете потом сами зайти посмотреть еще раз. Итак, давайте сразу просто посмотрим полностью это видео, а потом уже будем смотреть и подробно будем рассматривать все, я выскажу свое мнение. Итак, короче, вот мы посмотрели. Ну, блин, это реально круто. Это реально круто. Просто очень большие изменения, на самом-то деле. Прям очень большие. Это получается у нас, как я понял, Арзамас. И Арзамас полностью просто переделают. Его просто будет не узнать. Это мне уже напоминает, знаете, не какую-то КРМП, а больше, если честно, МТА. Как-то очень большие глобальные изменения. Мне это очень непривычно видеть. Реально, просто очень непривычно. У нас будут вот такие вот новые улицы. Получается, это Арзамас, как я понял. Это будет такая центральная улица. Если честно, мне вот эта улица как-то больше напоминает, может быть, Питер, там, что-то типа такого, знаете, ну, очень напоминает какой-то Питер именно. Именно Питер почему-то мне напоминает. Очень все похоже, очень, знаете, в таком стиле. Возможно, я ошибаюсь, хотя я в Питере ни разу не был, но я смотрел видосы там в Питере, которые блогеры снимают, и лично мне кажется, что это как-то больше всего похоже на Питер. И знаете, что я еще заметил? То, что будет, как бы, железные вот эти пути. Возможно, будут ходить трамвайчики. На Аризоне то тоже есть, как бы, по-моему, такие путя, и по ним ездят трамвайчики. По-моему, есть еще такая работа. Возможно, на родине будет то же самое. А здесь выйдем такой вот собор, очень, да, какой красивый, просто огромный собор, который, как я понял, будет тоже находиться в Арзамасе. Это довольно-таки прикольно, просто реально не узнать просто эту игру, все по-другому, текстуры какие-то даже другие, все выглядит очень красиво и классно, пацаны, поэтому мне нравится. Здесь у нас тоже показывают, что вот церквушка сзади находится, вот такие вот здания. Здания кардинально изменились. В КРМП сейчас таких зданий, как я понял, нету. Это будут абсолютно новые здания, красивые. Здесь у нас, получается, есть Росгосбанк. Я не знаю, что это означает, потому что, как бы, я живу в Украине, и у нас, как бы, совсем другие банки. Здесь, скорее всего, будет главный какой-то банк, потому что здесь маппинг, здесь стоит банкомат, здесь цветочки растут, и, скорее всего, это будет самый центральный банк на родине, и он будет находиться, скорее всего, тоже в Арзамасе. Дальше мы видим, вот, получается, Рублевочку, которая будет находиться, я не знаю, честно, где, возможно, за Арзамасом, возможно, где-то возле Южного, точно я сказать не могу, потому что карта тоже, пацаны, поменяется кардинально, и просто, реально, родина красавчики, они буквально 5 месяцев назад выпускали глобальное обновление, просто буквально 5 месяцев назад они выпускали глобальное обновление, и вот скоро выйдет еще одно глобальное обновление, которое полностью тоже изменит всю карту, будут новые системы, новый маппинг, это реально очень круто, вот за это родина реально респект, они всегда делают быстро, качественно и реально круто обновление. Они не выкладывают скриншоты, они не обещают ничего, они просто берут и делают. Вот реально за это им просто респект. Ну да, видите, вот такая у нас получается Рублевочка, будут вот такие вот красивые дома. Конечно же, они стоят будут тоже, я думаю, приличных денег. Но, скорее всего, кстати, видите, сзади много места, видно зеленые поля, и, скорее всего, это будет Рублевка находиться за Арзамасом, как я предполагал. Но реально круто все выглядит, будут туннельчики вот такие вот интересные, только не знаю, где они будут находиться, но туннельчики реально прикольная. Будет вот такая вот большая просто развилка. Вон у нас такая большая гора там, короче. Вот такие развилочки, вот такие вот новые дороги. Ну реально круто смотрится. И вот у нас получается будет вместо Анашана, хотя Анашана и сейчас нету на родине, будет вот такой торговый центр, Град Сити Парк называется он. Ну выглядит очень даже круто,
очень современно. Такого я еще нигде не видел. Большая парковка. Возможно, этот торговый центр будет еще задействован. Там, кстати, вон еще банкомат стоит, такой же самый, который стоял возле банка. Это реально очень круто. Смотри просто вот туда. Там какой-то чувак факт показывает просто на плакате. Иди на... Ну, вы поняли, короче, что там написано. Это реально прикольно. Знаете, такие пасхалочки небольшие. Будет такой туннель идти, и тут будут еще рельсы. Но мне кажется, все-таки сделают какую-то работу. Либо они будут сами ездить с ботами, в принципе. И возить, получается, боты будут, наверное, людей, либо это будет работа. Короче, непонятно. Но, скорее всего, мне кажется, будет новая работа, как и на Резоне. Потому что на Резоне я такую работу тоже как бы видел. Это, знаете что? Это Лыткарино. Вот, это Лыткарино. Короче, будет с Арзамаса туннель в Лыткарино, получается. И туда, скорее всего, будут ходить либо трамвайчики, либо я не знаю что. Но, короче, это будет реально круто. Ну, короче, пацаны, я вот по этому месту видел то, что это именно Лыткарино. То есть с Арзамаса будет идти туннель в Лыткарино. Это, я считаю, очень круто. Ну и на этом, получается, видео заканчивается. Пацаны, надеюсь, вам такой формат понравился. Чисто было такое разговорное видео. Я очень жду просто глобальное обновление на родине, потому что, ну, я считаю, это очень круто. Мало того, что они сделают новую карту, еще будут новые системы, будет много чего интересного. Как бы они показали просто маппинг. Новые системы они еще не показывали, поэтому будем надеяться, что в ближайшее время либо они выпустят какое-то видео, либо они просто уже выпустят глобальное обновление. Все, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.